Любосары, 4-я школа. Вот танцуют дети. Так начинают утро в лагере. Ну, девчонки и мальчишки, расскажите, как вы тут отдыхаете? Хорошо. Хорошо. Мы вчера ходили на речку. Мочили ноги. Мочили ноги, строили замки из песка. А еще построили маленького котика. Кормили аиста. И замок. Вот расшляли. Ну, нравится вам здесь? Да. В Дубосарах 6 летних площадок. Их открыли на базе всех городских школ. Работают в будни с 9 до 14.00. Кормят 2 раза в день. Второй завтрак – булочки, фрукты, мороженое. После развлечений – полноценный обед. Раз, два, три, четыре. А это коррекционная школа-интернат. Здесь летний лагерь «Факел» для особенных детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. 20 детей из Дубосарского и Григориопольского районов находятся в школе круглосуточно. Ходят на экскурсии. Питание пятиразовое. У нас в каждой школе свой план работы, проведения оздоровительного отдыха детей. План очень обширный. Это посещение музея, картинной галереи, мастер-классы, берег Днестра и другие мероприятия. Из местного бюджета будет выделено более 79 тысяч рублей для оплаты питания для льготной категории граждан. Мне нравится в лагере. Тут интересно. Нас водят на речку, дают мороженое. Нам дают всегда печенье, конфеты, мы спим на обед, ходим на детские площадки, купаемся, с любовью к нам относятся. Тут нормально, играем в футбол. Всего на детских площадках в Дубосарах отдыхают более 200 детей. Две трети – дети из малообеспеченных и многодетных семей. Для них отдых бесплатный. Работать школьные и лагерь «Факел» будут до 21 июня.